Итак, гармонь Беларусь, это первый резонатор, вот. Розетка ровненькая, слава богу, все нормально. Вот. Есть заломы по лайке, вот. Здесь также. А также присутствует сломанный голос вот на этой планке и на этой планке. Так сказать, никто ничего не скрывал. Вот. Сразу надо сказать, что на других планках, на других резонаторах тоже есть планочки, которые с обломанными голосами. Вот. Все пойдет под замену, естественно. Это все будет скрываться, очищаться. И потом будет показано, как очищено, как залито. Но залоги переклеены, естественно. Вот. Ну все, пока. Итак, очищенный резонатор. Планки очищены. Лайкочник переклеены. Переклеятся эти, выбросятся, которые негодные уже, заменятся другими. Вот. Это у нас очищенная мастика. Видите, белая немножко, когда ее скребаешь. Это говорит о том, что она уже пересыхает. Ну все. Итак, первый резонатор, второй резонатор. Два ряда планок. Резонатор очищен, планки очищены. А залогичный переклеивал. То есть вот такая работа подобная будет. Ну и вправо еще два резонатора подобных. Вот. Значит, тоже есть сломанные голоса. Здесь их два. Вот один. Планка со сломанным голосом. А вот другая. На том, по-моему, был один. Вон он там. Раз, два, три, четыре, пятый. Да. Вот. Ну, залоги также будут и там. Клеится, и здесь тоже клеится. Все, потом будет заливаться, естественно. Ну и следующие резонаторы. Ладно, все. Итак, два резонатора. Вот. С одной стороны. С другой стороны, без особых, так сказать, криминальных дел, когда приходится стенки там спиливать или стачивать, потому что нельзя, вот здесь вот одна вот есть, но все-таки вот между двумя планочками вот такая полосочка в миллиметр. Вот. А бывает вообще, то есть приходится смещение делать, то есть здесь стенку стачивать и смещать одну планку, вторую, третью, пока вот до средних не дойдет, там расстояние больше, и тогда все это укладывается. Вот. Ну и второй также. Вот. Теперь это на много лет, естественно, будет, потому что мастика свежая, она еще теплая и пахнет, наверное, пчелиным медом. Вот. Вот такие вот как бы дела. Да. Ну, эти заверну пока. Вот. Единственное, что еще сразу хочу сказать. Здесь вот есть отверстие, паз для шторки металлической, там алюминиевой. Второй шторки нет. Дело в том, что шторка должна присутствовать, будет ли она работать, то есть будет принято решение. Или же она не будет работать, но она внутри должна быть, потому что это получается сквозной канал от первого, так сказать, окошка до последнего по этой стороне. Вот. Это, конечно, допускать нельзя. То есть они должны, этот канал, он должен быть перекрыт. Вот этой шторкой сейчас я достану, покажу.
Вот. И она там внутри стоит, может быть, она не двигается, то есть она не будет перекрывать, открывать, но вот эти отверстия, они, ну, как бы должны совпадать, и вот, вот эта вот толщина, она должна быть там внутри. Вот, вот таким образом. Ну и вторую шторку мне придется где-то в запасниках искать. Ну, может, я найду, потому что я же не могу оставить такой же есть резонатор в правой руке. Два из четырех со шторками. Ну, там на видео есть. И, по-моему, я даже говорил, что, так сказать, одно в наличии нет. Потому что это будет тратиться воздух. То есть, ну, получается, система какая? Здесь, да, здесь, допустим. Вот открывается нота клапана, сюда заходит воздух, и он должен по своему каналу воздушному вот сюда выйти к голосу, и голос должен играть. А голос, воздух будет заходить в ноте, допустим, до там, ну, в первой клавиши, и по всему, как говорится, этому воздуховоду идти совершенно в другую сторону. Ну, он туда тоже будет, но и сюда будет тратиться. А это никому не нужно. Таким образом. Завернется все в бумагу, вот, в газету, чтобы, так сказать, ничего не помять, вот, не заломить. Вот таким образом. Ну и не испачкать. Все. К записи. Забыл сказать про, так сказать, сломанные голоса. Планки нашлись. И установлено все. Это уже брак, можно сказать. Вот, видимо, хорошо. Кто-то пытался тянуть, громко играть, и вот в итоге. Может, с брачком металл был, но, скорее всего, нет. Больше это связано с нагрузкой на голос. Да. Короче, заменено все четыре. На тех двух пока не знаю, посмотрю. Может, я уже говорил, просто сейчас я не помню. На остальных в правой, которые в правом полукорпусе. Все.